Пресняков Иван Васильевич, командир расчета 82-го миллиметрового миномета 569-го полка 161-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта, старший сержант. Родился 24 ноября 1916 года в селе Кологривов Татищевского района Саратовской области. С начала Великой Отечественной войны до победы над Германией сражался на Западном, Центральном, Воронежском, 1-м и 4-м украинских фронтах. Участвовал в оборонительных операциях, Курской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Войска Воронежского фронта во второй половине сентября 1943 года вышли к Днепру. 23 сентября в Букринской излучине приступили к форсированию реки. Минометному расчету под его командованием было приказано переправиться на правый берег и огнем поддержать ее действия при захвате плацдарма. Пресняков отыскал старую лодку, поплыл к противоположному берегу, моросил мелкий дождь. Плыли незамеченными. И только при подходе к правому берегу противник обнаружил наши плоты и лодки. Над рекой взвились осветительные ракеты. С Крутояра ударил пулемет. Пресняков открыл огонь по пулемету. В течение дня минометчики меняли огневую позицию много раз. Обрушивали на врага огонь там, где натиск его был особенно яростным. Наш плацдарм в районе Великого Букрина был удержан и расширен. В этой важной победе была доля ратного труда минометного расчета, которым командовал старший сержант Пресняков.